А вот чисто практически вообще помогают вообще людям, ну, вот деньгами. Или в основном просто любопытством. Вот на данный момент, вот я всем пытаюсь там в роликах объяснить, не всем, а бывает люди мне завидуют, говорят, он деньги зарабатывает. Вот, Павел, на данный момент все мое финансовое состояние на кармане, лично мое, 680 гривен. Это и вся сумма, которая располагает, ну я не знаю, это сколько там, ну 2000 рублей, ну это ничего, ну ты же понимаешь. То есть вот это все, что у меня есть, то что личные мои деньги у меня из моего имущества только гитара, компьютер и 600 гривен, все. Здравия, благодарю. Добрый вечер, сейчас я на наушники себя включаю. Напыщен начал. Я вот к этому разговору, честно говоря, еще шел задолго даже до нашего знакомства в скайпе. Положа руку на сердце, вот шел. Да, я Павел Авдеевнин. Есть такая штука, как именоречение, ну и как бы по именоречению такой скандинавский бог Тор. Ну, как тебе удобнее будет. Говорить Тор или Торир, у многих славян язык не поворачивается, как бы. Это имеется в виду, что проблема с буквой Р или... Нет, А. проблема с тем, что, мол, это какие-то там викинги, там шмикинги, мол, не наше. Ну и само название Рахман. Значит, насчет викингов, понятно, что я знаю, в том понимании никаких викингов не было. Это исторический фейк, то есть это наши предки, славяно-арии, те же боги, те же традиции, те же постройки, та же одежда и так далее. Это все наше. Насчет Рахма, если я правильно говорю, это я, откровенно говоря, благодаря славяно-арийским ведам где-то лет 7 назад начал узнавать. Я вообще вот как-то, ну, и с учениками, если так можно назвать людей, которые, ну, считаются учениками, и с людьми, вообще не люблю, как бы, там, умничать, важничать. А. Потому что я вижу, если умный человек, то перед ним не надо прикидываться. Он и так как бы видит. Да. Вот. Ну, а когда вот я хочу сказать, что у меня получилось так, что вот, ну, вот месяца три я смотрю, вал такой пошел, сотовая земля там, копиров и так далее. Конечно, все это резонансно, все это здорово, как бы. Вот. И я вот хотел бы начать спросить, вообще вот ты из этого всего вот, что планируешь, вытримку какую выжить, чего вообще? Чего добиться, как бы, да. Ну, если в двух словах, сейчас в двух словах, да, как там у нас говорилось, делай что-то, Делай что должен, что можешь, да, да, или что должен, должен, а да, там а будет там что. будь, что будет, типа, да. Я Ну, понял. я вот на самом деле, как творческий человек, буквально это для меня, многие вот думают, что вот эти ролики, это исключительно из-за добрых писем они появляются. На самом деле я хотел ограничиться двумя-тремя роликами. И все. Но когда вот такое пошло, честно говоря, я не ожидал, как я в первом ролике сказал, я писал для 5 человек, потому что я был абсолютно уверен, что я, ну, не абсолютно, лукавлю, лукавлю. Предполагал, что не буду услышан, но сейчас набирает на обороты, судя по письмам, вот. И я как бы это, сам вошел в азарт, то есть мне как уже стало интересно ролики создавать уже на уровне даже не той информации, которую я несу, а на уровне монтажа. То есть мне вот это, я быстренько осилил те программы, которые не умел пользоваться самостоятельно. То есть там я использую, я понимаю, что я делаю их примитивно, но все равно для меня это уровень творческого плана. Вообще, конечно, основной упор это моя мечта, которую я уже вынашиваю сознательно 12 лет, это создание мега-компьютерной игры. По тем образцам и калькам, которые мне, так сказать, известны, это ведомы. То есть мне именно как творческий человек, то есть это настолько меня эта игра изнутри распирает, и я негодую, понимая, что, ну, как вплоть до того, что бесит. То есть существуют в мире миллионы компаний, ну не миллионы, там сотни, десятки, которые имеют миллиарды денег, который имеет квалифицированных программистов, но ни один не приблизился к игре, которую я видел, которую я знаю, которую нужно создать. Вот.
И вот моя известность мне, ну, пока относительная, ну, может, уже известность это помогает, что люди меня сами находят и начинают предлагать на разных поприщах. Если я еще 2 года назад заваливал уважаемых людей, как Михаил Задорнов, Виталий Сундаков и других известных людей письмами, что, мол, я гениальный гений, но я вам тайну не открою, но если... Ну, я утрирую, дурачусь, но я писал письма, что надо А мне создать. нравится, да. Да. Мне нравится твой стиль. Вот игра, вот концепция, и мне очень твоя идея, вот это вообще нравится. Ты знаешь, я не знаю, извини, чем тебя там восхищают Задорнова с Сундуковыми. Вот. Но у них и близко даже представления нет о том, как вообще А эти люди я устроены. обращался к ним и так и писал. Мне от вас не нужны деньги, мне от вас нужен талант руководителя, то есть человек, который сможет организатором выступить это. То есть я творческий человек, я не смогу найти необходимых программистов, необходимых художников. То есть этим должен заниматься директор. И вот такой в моей жизни человек появился, Александр. Первый раз мы с ним познакомились, когда я в одном из эфиров. Ну, я очень простой человек. И как бы на самом деле такой. Я записал ролик. Люди добрые, у меня зуб болит. Если есть дантисты харьковчане, позвольте. И пошли много звонков, а Саша спросил адрес, приехал, отвез к специалисту и потом еще 2 недели меня возил, все финансовые вопросы порешал. И сейчас мы вот в творческом направлении идем. Он хочет создать проворолик, так как он человек. И как организатор он талантливый. И я вчера вот вел переговорами с ребятами из Одессы, это, я так понимаю, муж и жена, художники, и мы хотим создать промо-ролик, от которого будем отталкиваться. Поэтому я к ним обращался исключительно к этим людям за организаторскими способностями. Писал, что наши дети, играя в World of Warcraft, за 12 лет выучили наизусть, кто такой Трал, кто такой, да, кто такой И это. как реагировали эти оппоненты? Ну, вот спасибо Виталию Сундакову, он очень коротенькое, сжатое письмо, лаконичное, мне ответил где-то 2 года назад, написал. Но оно мне дало силы. Я понимал, что он мне не поможет, но когда он мне ответил, я понял, что если такой, ну, как бы для меня авторитетный человек написал, что я правильно мыслю, и если появится мою идею, он будет озвучивать при группах людей, и если увидит появление интереса со стороны инвесторов, единомышленников, непременно свяжется со мной, скажем, и появится возможность создать игры. Но сейчас многие инвесторы потихоньку начинают со мной сами связываться. Если я раньше писал и говорил, люди добрые, помогите, то сейчас уже как бы мне вот эта сотовая земля приносит огромное количество людей это в помощь. Если раньше сотовая земля была написать картинки, то ничего не было по сути. А сейчас вот художники вдохновлены этой идеей, сейчас уже можно много найти шаров, да, которые выглядят уже визуально по-другому. Вот. Люди книги пишут, то там мне один написал, что один пишет уже художественную, скажем так, книгу по этой теме, а другой уже научную. Вот. Вот пусть это как бы вымышленная страна Америка, да, Да. вымышленный писатель Марк Твен, но вот этот образ Тома Сойера, который, как Вячеслав Котляров, завлек людей красить забор, у меня вот ярко-ярко сейчас вот расцвел, как бы вот это самое. И людям всем интересно, и полезно, и они меняются. Нет, мне твоя этот самый слоган нравится, все будет хорошо. Я такую красивую гитару вот вижу. Если не секрет вообще, это, ну вот, вокальная карьера, как вообще? Она, я ее не беру уже лет 12 в руки. А инструмент, его надо постоянно, как спорт, это. Да. Все, уже пальцы это. Даже элементарного не хочу делать, даже настроить. Не, сыграю, конечно, но душа уже не лежит. Я ее приобрел в 93-м
третьем году, если я не ошибаюсь, это как раз когда по всей бывшему постсоветскому пространству был безлад. У меня тогда была зарплата, на ХТЗ я работал этим автослесарем, 300 тысяч купонов. Гитара мне почти всю зарплату обошлась, и это было еще за несколько дней до моей свадьбы, это я первый раз официально в 19 лет женился. И были все в шоке, что тут деньги нужны на свадьбу, а я покупаю никому не нужную гитару. Но я просто понимал, что если я сейчас ее не возьму, то уже все это, тем более она 12-струнная, полуакустическая, серебряные струны, это тоже мечта, это была огромная, вот. А потом у меня сбылась мечта, через 2 года я заработал, когда работал на рудниках в шахте, ну, немного денег у меня получилось как раз на обратную дорогу домой, Ужас, а? ужас, ужас. Да. Рудники, шахта. Это где? На Харьковщине, да? Хабаровский край, Николаевский район, поселок Многовершинный. Да, я там прожил в тех краях более 2 лет. Это уезжал вообще как бы это со своей женой в туристическую командировку, да, или как, не, неправильно. Короче, по маминой линии там у меня родственников огромное количество, и сейчас их огромное количество. И дед, когда приезжал, я помню, маленьким, он всегда мне про Амур рассказывал, про тайгу. И он меня с детства заразил этими красотами, что у меня душа лежала на мою, ну, вторую, можно сказать, родину. Я поехал и свою мечту, так сказать, осуществлять. Причем как бы фартануло в финансовом плане, то, что я умудрился случайным образом по тем временам стать доверенным лицом кандидата в Верховный Совет Украины, помогал ему выдвигаться. Так сказать, занимался агитацией его, и, скажем так, вот те деньги, которые он мне платил, вот на ХТЗ, когда работал, это я, допустим, месяц зарабатывал, а он за 2-3 дня мне, ну, безумные деньги по тем временам для меня, они мне голову вскружили, 19-летнему парню, то есть это, ну, волей судьбы, ну, небесная канцелярия решила, что лучше я застряну на пару лет на Дальнем Востоке, финансов по определенным причинам на обратную дорогу не осталось ни копейки. Вначале я пошел в ресторан, с подносом ходил, ресторан «Север» местный, Николаевский, на Амуре. А потом, когда сезон закончился, рассчитался и уже уехал в Северный, в шахтерский поселок. И там уже это... Это прямо магическая школа, школа магии. Да, ну... Сталкинга, Кстати, там же я и написал свои первые труды. Это... Я их писал, как бы, много у меня упор шел поначалу на... Скажем так, связанное с тонким планом, я просто под диктовку писал, что такое душа, сущность, а потом конспектировал это, вопросы, связанные это с мироустройством. Но до конца все-таки я их смог разобрать, это как для меня шифр был, это все-таки, когда начал слушать за последние 7 лет лекции по 14, по 16 часов каждый день, всех, кто вот есть на Ютубе, там все известные фамилии, их список. И чуть-чуть, кстати, 3 или 4, Павел, это твои, это изучил. Очень был рад, когда услышал, что вот это мне так тепло было на душе, когда я услышал, ну, я думаю, люди не поймут. А там была фраза в одной лекции, что вот эта вся вода когда-то была землей, вот, ее выработали. Вот это я запомнил это, вот это мне было приятно услышать. Думаю, все, уже, значит, можно дальше идти. И мне вот много приходит писем, люди в основном, ну, в основном есть такой разряд писем, которые сообщают, что встречали по жизни людей, которые нечто подобное пытались сказать, но они их тогда не поняли. И вот, кстати, сейчас прочитал женщина, но я не могу все знать, поэтому я, когда она мне написала про какие-то методики а-ля Аят, который основатель Ваархат Ата Абдулаевич, 90. Я не знаю, кто это, честно. Может, ты, Павел, знаешь? Да, разве можно все знать, как бы? Ну да. Да вот тоже, я впервые услышал. Ты 74-го, да, года, да? Не, 75-го, в ночь перед Рождеством, 6 января. Я просто представляю, там вот эта вся как бы мистика, она где-то вот с перестройки, наверное, начала у нас развиваться. Я так вот наблюдал тогда. Хотя буквально вот уже на рубеже, там те 5 лет было, 79-80-й год, уже как бы, знаешь, такие вот
интересные тучки как бы витали, что серые инопланетяне хотят сделать из Земли вот эту серо-бурмалиновую массу. Ну, в 79-80 году как бы люди все в розовых очках. Я в институте учился, я даже не обращал внимания, кто башкир, кто грузин и так далее. А сейчас анализирую, ну, уже там здорово закручивалось. И вот смотри, прошло 36 лет, брак. Все. Угу. Брак. Сейчас просто-напросто, не знаю. Вот ты вообще вот, ну как вот, на какую аудиторию вообще вот хотел бы ориентироваться? В качестве благодарных слушателей. Вообще никогда об этом не задумывался. В данных случаях я как что-то мне ведет. Я переведу пример на творчестве, где там... А что, я извиняюсь, да. Это музыкальное образование есть, да? Нету. У меня, я помню, пришел в коллектив, ну, из моих же друзей, и у меня как бы с гитарой не совсем получалось, и было неудобно, там практически у всех было музыкальное образование, ну, в той или иной мере. И я просто... Получается, вот так у нас актовый зал, то есть ЖЭК, наверху актовый зал, а рядом маленькие комнаты. Кройка шитья, там какая-нибудь там выпечка. И тут же обучение на гитаре. И я тут к девушке, я просто буквально у нее 2 месяца позанимался. Самого примитивного это нахватался, как аккорды там держать и все. И уже потом это в группе оттачивал. Но все-таки не достиг мастерства, которого нужно, когда уже начали выезжать на сейшны, и я увидел, как люди играют на гитаре, когда у меня спрашивают, ты на гитаре играешь? Я говорю, нет. Когда я увидел, как играют, я говорю, что я брынкаю, потому что это не игра, то, что я делаю, это так. Вот ты мельком показал, да. Вот в мои там эти школьные студенческие годы, я 60-го года, короче, это вот... У меня ассоциация такая, это полуакустическая мьюзима чехословацкого производства. О, это для нас тогда было, это у нас были, да, это. Ну, это львовская, это, да, мьюзима немецкая, по-моему, если не ошибаюсь, это, конечно, у нас считалось. То ли чехословацкая, то ли еще какая-то. А, и в двух словах, вот это же я тогда вот этот момент упустил, заработал на обратную дорогу и заработал на клавишный синтезатор Yamaha PSS. Купил его в Москве на ВДНХ. Ну, для меня тогда это было, да и сейчас, в принципе, ну, тогда сверхбезумные деньги, $500. И вообще, это как бы это было, просто когда мы в коллективе занимались, у нас получалось, мы не занимались музыкой, мы занимались спорами всевозможными. И я тогда разработал в голове план, что нужно чудо японской техники купить клавишный синтезатор, взять себе в помощь человека с музыкальным образованием и все свои задумки реализовать, что, в принципе, впоследствии получилось. Но, к сожалению, до сих пор не могу найти свои аудиозаписи. У меня домовушки просто вечно все прячут. Может, когда-нибудь подбросят. Вот. А уже потом, когда начали появляться компьютеры, уже на компьютерах начал музыку делать. И когда начали появляться компьютеры, мы начали музыку делать, как я говорю, в перерывах начал поигрывать в компьютерные игры, и игры победили. То есть, я вот хотел привести пример, вот как к чему дальше идти, что к аудитории. У меня был период где-то, ну, по-моему, 5 лет назад, когда я начал создавать продолжение компьютерной игре, опять же, не имея никаких программных навыков, все на уровне интуиции, то есть писал скрипты, и сейчас вот это продолжение я его тогда и выложил к своей любимой игре Morrowind из серии The Elder Scrolls. Вот, и получалось, что я ложился спать, а просыпался только от того, что мысль в буквальном смысле мне сверлила голову, что я должен встать и сделать в игре то-то, то-то. И я как вот робот вставал с клавиатуры и быстро конспектировал, создавал в игре то, что придумал, назовем условно, во сне. Так вот, очень много роликов я последний именно так и писал. То есть я лег, заснул, потом мне приходит мысль, я встаю и иду, это быстренько включаю микрофон. Здравствуйте, с вами Вячеслав Котляров. Да, режима у меня нету, никогда не было. Я не могу. Романтично. Не могу жить в классическом режиме. Я могу заснуть в любое время, могу, вот, допустим, через 2 часа заснуть, час поспать, проснуться. То есть для. Ну, наверное, кушаешь так же, наверное, точно. Да, все абсолютно так. У меня это. И за последние 7 лет я стал себе внутренне чувствовать, когда у меня
отсутствие режима появилось. Я помню маленьким, когда Слава вставал в школу, и я думал, когда ж я уже стану взрослым, когда мне никто не будет говорить, Слава, вставай. Я не хочу просыпаться, я хочу спать, я хочу именно вести образ жизни, который мне по сердцу, вот, и вот, как бы сейчас, благодарю богов, что у меня... А видишь, Слава, это всех бесит, социум это бесит, когда человек начинает вне вот этого прижима жить. Это всех, и домашних это бесит, и друзей, и вообще. Не, ну мне вот с родителями повезло, они буквально золотые люди, и все мои знакомые, родные, близкие отмечают, они, эта фраза уже миллиарды раз слышал, как тебе повезло с родителями. Но может так оно и есть, если по тем знаниям, которые я знаю, сущность сама выбирает себе родителей, место рождения и так далее. То есть это как бы я сам выбирал сознательно это папу и маму. Вот, поэтому они мне... Где-то в 7 лет поселили фразу, что ты взрослый и должен сам в жизни определяться. Она мне сильно помогла. То есть меня воспитывали, не воспитывая. Меня не использовали классическое воспитание для меня, как это общепринято. Ничего не заставляли там. Вообще, как бы, я был предоставлен сам себе. По логике, как я говорю, может, я должен был вырасти эгоистом и так далее. Ну, как я вижу себя со стороны, получилось, мне кажется, все наоборот. Мне импонирует твоя гибкость, с которой ты с людьми вообще непримиримыми разговариваешь. Я так не могу. Я ругаться начинаю сразу. Вот, и так далее. Нехорошими словами бросаться. А ты так это, да. Ты, наверное, умеешь хорошо импровизировать, в том числе на гитаре. Ну да, кстати, гитара, да. То есть, действительно такой творческий. А не левша часом? Не левша. Я думаю, гибкость я, кстати, выработал более банальным способом. Сейчас объясню. Ну, первый, я, допустим, был там до 18 лет очень застенчив, мне было там трудно там... сказать там продайте билетик там в кассе или что-нибудь такое, я это волнение испытывал. А в 18 лет, когда надо было агитировать за своего кандидата, я просто ломал себя в том плане, что надо было просто идти по улице с пачкой листовкой, останавливать любое прохожее, говорит, здравствуйте, я там это тыры-пыры, ё-моё. То есть я начал язык подвешивать, потом я его очень сильно, не только язык, но и психику подвесил, работая в ресторане, а работая официантом, это не сахар, это, наверное, самый ад, люди даже не представляют, какой это может быть ад, особенно работать, как говорится, в тайге. Как я уже тогда начал понимать, что ни единый мускул не должен у меня дрогнуть на лице, когда я общаюсь, там сказать, с очередным, назовем его в кавычках, шутников. И потом, наверное, большая школа пошла... Ну, в двух словах, за прилавком обыкновенным реализатором отстоял, торговал и водкой, и селедкой на потоке. За день проходило несколько тысяч человек через меня общение. Я буквально меня это сподобило вчера, что ли, посмотреть, как ты с этим Средниковым общался. Я бы вспылил, а ты спокойно так это. Вот. И ты знаешь, я сейчас тебя поймал на мысли такой, я никого вообще терпеть не могу, слушать. Вообще. Я кого это самое. Уроки этого Асгардского училища, как бы, слушал. Я со вниманием, как бы, вот. А вот эти, вот, если ты говоришь, вот, там, по 16 часов, все, что есть в интернете, так далее, а я не могу их слушать вообще. Я как только вот, я не знаю, ты можешь мне назвать такого автора, вот, которого можно вообще слушать? Я, может быть, такой, это самое, хрен знает. А тебя я слушаю. И причем просто наслаждаюсь. Просто наслаждаюсь, как благодарю. Ты общаешься с такими ортодоксами, что которые в принципе ничего слушать и не хотят и не будут. За Рыбникова спасибо. Дело в том, что если бы не Алмаз, который сейчас меня
ненавидит, там засыпает, потому что я его любимого учителя, это пошутил над ним ролик, сделал, перемонтировал, это монтаж. Но я, честно говоря, думал, что все поймут мою шутку, ну ладно. И там же, да, фишка в чем, он предупредил, что у Рыбникова слабое сердце, и поэтому я выбрал тактику учтивости, потому что если бы мне дали возможность именно общаться, я бы это не миндальничал бы. Я просто на самом деле переживал, что сейчас гаркну. Я человек как бы как и максимально мягкий, и также одновременно могу модифицироваться очень эмоционального и темпераментного. Я даже ролик сегодня один свой перезалил, вырезал 4 минуты. Я интуитивно почувствовал, когда 200 людей посмотрели этот ролик, у меня пошел резонанс, что видно, я перегнул палку, когда я читал негативные комментарии и потом же комментировал эти комментарии. Видно, многих людей это задела моя это такая вспыльчивость. И потом я его убрал с канала, убрал 4 минуты, где я уже откровенно там начинаю там, ну не орать, а эмоционально говорить, и перезалил его, вот. Я, как всегда говорю, человек, чтобы легче понять мир и лучше, он должен быть максимально разным. Потому что если вот чисто вот такая рельсовое мышление ни вправо, ни влево, очень тяжело это мир познать. Нужно быть на всех уровнях. И причем, как тебе сказать, ты вот вроде как бы чисто фонетически общаешься, да? Угу. А образ это пруд, и люди понимают, что крыть-то нечем. Вот, это очень интересно получается все время. Да, иногда сознательно вот, стараюсь это, как вот если попадаю в эти конференции на Институт Б и понимаю, что собеседники иногда это пытаются меня провоцировать, я тоже начинаю это дурачиться, то есть как бы. Ты знаешь, Слава, что меня больше всего поражает в людях? То есть люди абсолютно, ну, допустим, ни к науке не имеют отношения. Там, не к искусству, но вот эти, вот эту ортодоксию они почему-то, ну я так ее называю. Да, да, да. И они почему-то ее отстаивают и почему-то защищают. Вот откуда вот это в людях? Вот, зачем они сами воспроизводят вот эту систему? Каждый человек в какой-то мере как флешка, или лучше сказать, маленький компьютер, и вирус настолько сильно проник и перепрограммировал файлы, что вот. Такие, как ты, Павел, и еще ряд людей, может, и я, приходим в этот мир, чтобы, как антивирусники, то есть, убрать эти вирусы из сознания людей. Тебе импонирует модель этого, кстати, искусственного интеллекта? А какая игра у тебя в мыслях, то есть развивающая или что? Всеобъемлющая. Естественно, хочу отталкиваться от классического жанра, это MMORPG. Вот, естественно, там будет модель сотовой земли затронута, потому что карта, в отличие от всех компьютерных игр, кстати, единственная игра, вот The Elder Scrolls Online и вообще серия The Elder Scrolls, где вышли за рамки планет, потому что практически во всех играх ограничивается кусок карты на экране и все. А серия The Elder Scrolls, я не знаю, кто ее придумал, эту игру. Парадокс в том, что когда я ее изучал, человек явно был подкован, когда писал сюжет к этой игре и создавал этот мир, он был подкован в ведическом мироустройстве. Я очень много узнавал из того, что в игре описано. Но люди это как сказку воспринимают. А я серьезно эту игру воспринял. И там не только карта была, они себе сделали задел там на даже чуть ли не на вселенные. То есть это. То есть вышли даже за рамки земного шара, Солнечной системы. То есть там все расписано. Зачем для игры, которую как бы люди все равно это многие не будут изучать, было создавать этот огромный мир. Вот, я же, когда все хорошо пойдет, конечно, хочу ограничиться вначале одной планетой, естественно, сотовой структуры, а потом, если уже можно, и дальше в космос. Хотя хватит одной планеты. Вот, и что я попланирую? Я вот эти все знания, которые нам крупицы остались, связанные с ведическими традициями и так далее, я хочу запихивать их в игру. В качестве квестов, ну, я примитивный пример приведу, но чтобы человек выучил, допустим, даже ту же буквицу, пускай у него будет задание там, пойти в какую-то пещеру,
найти обрывок там тетради, где там азбуки Веди, чтобы у него в голове откладывалось это и много чего другого. То есть в игру, в форме игры зашить знания, чтобы мир вот этот познавать. Горькая сермяжная правда. Если человек не заплатил, он не будет воспринимать. Вот о чем, вот в чем петрушка. Вот я как бы вот 16 лет, ну, фактически с 2000 года вот, ну, с людьми занимаюсь, вот я это вижу. Что, ведь у людей, у них кроме экономического интереса никакого нет, в принципе. То есть вот когнитивный, там, экзистенциальный, там, что-то там, эстетику какую-то, чего-то, какие-то знания, не-а. Людям нужно именно, чтобы отдача была от того, что как бы они будут получать. Поэтому, да. И то есть, люди будут блуждать в потомках, ну, это с этого, с идиша фраза, неважно. Да. Вот, до тех пор, пока они не будут видеть экономический интерес за, то есть, определенные группы там, или личности и так далее. Вот я вот железно к этому пришел. И ты знаешь, вот, вот у меня сейчас такая ситуация. Вот сейчас у меня 3 ученика. Забирают у человека, который от меня ушел, вот мои 174 урока. Вот. Ну, довольно такой серьезный материал. Вот они их забирают, они там фигеют, шизеют, смотрят все это дело и так далее и тому подобное. Вот. А ведь это все, оно было рождено благодаря тому, благодаря непосредственно интересу как бы людей. То есть они хотят отдачу. Вот. И это единственный как бы вот двигатель прогресса, да? Вот. Ну там капище построить, еще что-нибудь. Ну, любое предприятие и так далее. И в двух словах, самое грустное, что люди почему-то ограничены этим миром. Они думают, что они только тут живут. Они не понимают, что они живут в вечности. Если бы они это понимали, что они живут в вечности, уже бы другое было отношение к жизни. А как хомяки, быстро в нору за свои 50-100 лет как можно натащить, и потом все равно уйти в иной мир голым и босом. Это кошмар. Я перебил, извини, пожалуйста. Не-не-не, наоборот. Я это самое, как сказать... Наоборот, у меня в такое философское это настроение перевел, как бы. Я вот, ну, как бы, вот, считаю, что юношей, вот, мной вообще начали заниматься вот с 31 год. Увидели, что клиент созрел, как бы, и понеслась эта вот инициация и так далее. Вот. И вот где-то 33-34 года. У меня никогда не было вообще привязки, что вот этот там шар куда-то там несется, вокруг что-то вращается и так далее. Я просто увидел кармическая сеть, причинно-следственные связи. И я понял, что, значит, вот обрати внимание, иерархия как идет. Люди, леги, орли, геораны. А потом пошел мир сияний, мир знаний, мир тудемы, сюдемы и так далее. То есть люди, они кончаются очень быстро. Потом начинаются совсем как бы другие формы и структуры. Вот. И я посмотрел, что вот это мир настолько хрупок, вот эта вся эта кармическая сеть. И мне потом сказали, что каждого этого ученика как бы это состояние проводят, что его там, фактически, зная нужное слово, можно вообще как бы прекратить. И вот я сейчас сказал про товарно-денежные отношения, а их иначе нельзя назвать, да? И ты сразу раз штыки, а что это за материализм туда-сюда? А вот бывает всегда, знаешь, Слава, вот когда на гору то зашел, да, постоял там, ну, альпинист, он долго там не стоит, ему и холодно там, и дышать нечем, он раз опять, типа, сюда. И мне многое, вот, многие люди сейчас приписывают, что, ну, такую приземленность, как бы, вот. И я про тебя знаю, что ты забыл больше, чем они все будут знать.
И вот я, но есть и обратная сторона. Я вот этому Алексею Кунгурову где-то году в 12-м посоветовал, видя его наклонности, как бы, способности. Он там в Питер съездил, первые фильмы сделал и так далее. Ну, я видел, что он меня просто использует, как бы. Ну, шут с ним. Я говорю, ты приятное с полезным, мол, это самое. Ты то, что немножко подчеркнул, как бы, придает такую, как бы, не коммерческую, а такую предпринимательскую основу. Проект там туда-сюда, там УАЗик, но я ему не говорил такого. Да. Вот там УАЗик, антенна, дозиметр, там еще чего-то и так далее. Ведь когда люди начинают свою энергию вкладывать, они это вовлекаются, и они меняются, и как бы для нас с тобой, этот мир, он безумный, сумасшедший, и вообще в нем нечего делать, как бы. Среди вот этого всего бедлама и цирка, как бы, да? Вот, но а чтобы людям-то их как бы научить что-то делать здесь, не то, что ты им там рыбку им умножил и хлеб умножил, они покушали и сказали, какой хороший слава, давай еще, типа того. Вот, а маломальски чему-то научить, они должны уже это самое. Я вот буквально 30 секунд, я считаю, что сейчас вот самая серьезная работа, орден Зодиака занимается у вас там в Одессе. Там люди, у них... Это Барановский или я ошибаюсь? Ну, он оператор начала у них, Барановский. У них там яне, так называемые эти. Я как бы их... взорвал изнутри, они там дважды у себя военное положение вводили, третий раз уже, как они считают, землю индуктором, уже их там как бы прикроет-накроет, вот, сами они на контакт идти не могут, но они как людей вообще вовлекают, у них два потока, долларовый и евровый. То есть они фактически как бы вот людей постоянно перезаписывают в информационных полях, а люди им постоянно платят. И благодаря этому это единственная, я считаю, на настоящий момент организация, которая, ну, дееспособная, что ли. Остальное я называю, то есть, ну, в никуда. Все это как бы в никуда. Вот. А по поводу сот... Ты же знаешь, да, что у нас как бы кругами жили, а круг это не просто череда лет, это натуральная структура. Ты как ясновидящий, ты можешь руку протянуть, у тебя этот соседний круг, он на расстоянии вытянутой руки от тебя находится. Да. И тебе объяснить это людям, это... Мне Алексей говорил, что я заведомо искажаю твою информацию, потому что я хочу людей там куда-то постепенно, типа, подвести. Я ему говорю, зачем ты людям навязываешь идею, чтобы они на 200, на 300 лет назад смотрели? У них это сейчас перед носом все происходит. А когда человек начинает говорить о том, что нас обокрали 200 лет назад, так а кто будет что делать-то вообще? Если это происходит здесь и сейчас. Я искал, ну, как ученик, искал долго дату, а когда же вся эта вот безобразие началась? Там эта формула Скаллигера, вот эти выдуманные хронологии, все это дубликаты и прочее. Вот. И у меня эта дата все более и более... Я понимал, что я к чему приду-то. Она у меня все более и более к носу приближалась. А потом я понял, что у людей под носом все вот так вот. Да. То есть они и дальше своего носа и не видят, в общем-то. Беседа. Великолепно. Ну, я по инерции, возможно, ты уже сталкивался. Я всегда пишу и потом всегда спрашиваю, мне себя только оставить? Ну, записи у меня всегда примитивные, то есть это некачественно. То есть сейчас просто идет звуковая дорожка. А дальше я у собеседника спрашиваю. Я знаю. Да, оставить собеседника. Они говорят, не надо, говорят, лучше ты сам в кадре будь, ну, в смысле в слове, да. Вот, другие это. Просто пишу по банальным причинам, иногда
беседе, если собеседник, чем интереснее собеседник, тем я могу раскрыться, то, что я сам никогда этого не озвучивал, я смогу раскрыться благодаря собеседнику. А второй раз уже не повторю или забуду. Ну да, да, да. Да вот, да. И поэтому я пишу. Совершенно верно. То есть, когда специально готовишься, все забываешь. Я знаю. Сейчас не для красного словца, как это моя любимая эта поговорка, а именно то, что есть. Сейчас вот такое между нами теплое общение, которое я не ожидал, потому что по твоим лекциям это был лед. А сейчас это такой теплый человек, это совсем другой человек. Очень приятный в общении, очень позитивный. Мне вот что вот значит личное общение? Чем вот как я в лекциях там немножко отрешенно слушал, но мне просто информация нравилась, которую ты сообщал, и поэтому я слушал. Но тогда было немножко другое отношение. Не негативное, не позитивное, я бы сказал, нейтрально. А сейчас вот у меня переполняет исключительно положительные эмоции. Мне хочется столько тебе рассказать интересного, там, поделиться какими-то своими наблюдениями. Не каждому человеку мне на самом деле хочется там это раскрываться. Я иногда замолкаю просто. А и вот, да, и вот что я хотел сказать, самое основное, да, пускай люди меня там, допустим, если это в запись пойдет, осудят и скажут очередной раз это, придумают себе какую-то легенду. Я сейчас хочу сказать, основная причина для чего, самая основная причина, почему я и буду продолжать. Игры, это компьютерные, это все замечательно. Это, сейчас я аллегорию приведу, когда человек дотрагивается до раскаленной плиты, он от боли руку отдергивает. Вот сейчас моя душа в нашем мире прикоснулась к тому, что, скажем так, ну назовем, на нашей земле очень много погибает детей от голода, холода, от взрывов. А моя сенсорика не выдерживает, я хочу отдернуть руку. Да, может это громко, один человек пытается это изменить мир. Но я просто этого не выдерживаю, мне физически я ощущаю эту боль. Особенно, когда это начало происходить 200 километров от меня, ну, как мы знаем, все эти события. Это настолько на меня навалилось, это... Мне говорят, ты почему пьешь, куришь, ты сенсорику свою убиваешь. Так я ее сознательно убиваю. Если я не буду ни пить, ни курить, я просто буду слышать, как ангелы чихают. Очень тяжело с сенсорикой, поэтому я ее глушу табаком и алкоголем, чтобы это не слышать это крики несчастных детей, у которых отрываются ручки и ножки. Да, может это громко звучит, но на самом деле это основная цель, это остановить это детоубийство. Я тут просто замолк, да. Сейчас я умоюсь, знаешь, надо, да, это лицо, это водой. Это. Да, я умоюсь сейчас. Сейчас, я быстро. Вот ходит какая-то там легендарная личность, там, Вячеслав Котеров. Сейчас вот, образно говоря, ты ходишь, как Иисус Христос, да? А тут какой-то вечный жито Гасфер Лукич тебе там кружки воды не подаст, да? А потом раз, там, Евангелие появится, где твой жизненный путь будет там в цветах и красках описан, понимаешь? То есть вот так как бы вся эта историческая ткань и возникает, в общем-то. При жизни, и как бы вот когда люди непосредственно сталкиваются, они великого вблизи не видят никакого.